продолжаем проходить Making Lovers, и это 14-я часть. Достаточно высокая вероятность то, что это будет последняя часть. А дальше у нас рандом игра будет запускаться, нужно будет запускать программку. А, у нас осталось где-то час, вроде бы, приблизительно. Я там не могу точно сказать. Потому что непонятно. Запуская программку перевода. Так, quick load. Что с ним? Игасаки! Слушай, Таки, я серьезно сейчас. Ориму, Игаке! Умайтачи, уяку, не понимаю, сарэдуа, каммен нарэнэ, гарана! Меня уже тошнит от того, что ты и твои папы меня швыряют. Кунгай. Умайни, отоку га декита ханаси о сэйшки не обокуште. Когда я говорю ему, что ты нашел себя мужчину, я вбиваю в него немного другого смысла. Пока он не оставит тебя, черт возьми, в покое. Так, я окно должна открыть. Что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду это? Или что-то? Да. Тогда, пока вы этим занимаетесь, не могли бы вы сказать ему, чтобы он прекратил переводить мне деньги на расходы на жизнь? Почему? Мне бы очень хотелось, чтобы он прекратил, так как мне это не нужно. Я никогда об этом не просила. Да, мы на этом остановились. Я помню. Комментарий Дан напомнил мне руководство с Пакистана, которое я видел в обед. Думаю, она все-таки не прикоснулся к этим деньгам. Он должно быть богатый. Чувак просто тратит деньги на жизнь, чтобы ударить дочь, хотя она это даже не хочет. Сейчас, когда мы находимся таких людей, не так уж и рецессия. Да, это правда. Но для того, чтобы мне одного взрослого признать. Это еще одна причина, по которой я хочу, чтобы он признал меня работающим взрослым. Знаешь, как она живет в той огромной квартире у вокзала? Ее родители владеют этим комплексом. Так она хочет... Поэтому она хочет уйти оттуда как можно скорее. Зачем? Это же классно. Что? Подожди, серьезно? Да. Когда я нашла работу, мне очень хотелось продолжать жить жизнью, продиктованной отцом, но... Он сказал мне, что просто пытается поддержать мой образ жизни. Когда что-нибудь случается, он всегда немедленно переводит мне деньги. Честно говоря, я ненавижу, когда он продолжает вот так вот смешиваться. Он утверждает, что не будет жаловаться ни на кого, кого я выберу в качестве партнера, и все же.
自分の気に入った相手ばかり私にあてがおうとしてくるの。познакомить меня исключительно с мужчинами, которых он сам одобряет. Так, как это... Можно было бы начать рассматривать романтику в негативном цвете после... не только Саки-сан, после всего этого. Но просто Саки-сан... Я уверен, что некоторые романы могут начаться после того, как пара начала встречаться, но... Я бы, наверное, очень быстро устал, если бы знал, что мои родители выбирают все мои вещи. И, ну, свидание. Да, звук есть еще. Но знаешь, я уверен, что этот старикашка упадет на задницу, когда узнает, что его дочь сама нашла себе мужчину. Он мог бы даже сказать что-то вроде «Приведи его ко мне прямо сейчас». Это немного беспокоит, я совершенно не готовился. А, расслабься. В наших отношениях нет места, где отец мог бы вмешаться. Конечно. Я живу в темпе и хочу проводить каждый день со своим парнем. Если бы мы сейчас подошли к отцу, я уверен, что он использовал бы все возможные упаковки, чтобы еще больше вмешаться в мою жизнь. Ты права об этом, насчет этого. Он может даже похвастаться и подарить вам новую модную машину, чтобы отпраздновать ваше свидание. Серьезно? Ух, блин, я вот это устал. Я знал, что семья на Руси богата, но не знал настолько богата, что настолько богата. Я начинаю чувствовать сильное давление при мысли того, что мне придется жить рядом с кучей высокомерной элиты. Вообще классно. Кора! Пенна кото ваташи но каре не вкикоманай, не? Прекрати давать моему парню странные идеи. Дайжобу йо. Ваташи но чичитте... Все нормально, мой отец немного странный, но трус, поэтому я уверен, что он не сделает ничего, что могло бы причинить тебе неудобства. Он трус? Да, это он. Он может быть и богат, но он слабонервный. Это довольно странно. Но почему он послал сюда дядю Хиробу в качестве шпиона? Да смысл в том, что богатый человек должен принимать очень сложные решения, бывает. И будучи трусом, ну, тяжело будет принять. Я к этому подумал. Ой, оре то омай на шокуба га чикай на ва. Ату кара шинсеки на шоукай де нюйша шта. Омай на хоу ни сэкини га ару на кара на. Мне кажется, он сейчас саблю достанет, кого-нибудь зарежет. Эй, это твоя вина, что мы работаем в одном офисе. Вы тот, кого взяли на работу по рекомендации родственника. Да, я знаю. Когда я слушаю Саки-сан, как Саки-сан разговаривает со стариком, я понимаю, что я еще много о ней не знаю. В любом случае, как бы я отреагировал, если бы мне действительно пришлось срочно встретиться с родителями Саки-сан. Не обращайся на меня внимания. Пейте. Ой, какой звук хороший, да, был? Прям звукола какая-то. Я чувствую, что мое будущее Саки-сан сейчас развивается даже более гладко, чем когда-либо. Опа, она. Сценка закончилась.
この時期は風も涼しくなって気持ちがいいわね。Чтобы он не тупил, меньше тупил. Искал английские слова сразу. Ветер в это время такой приятный и прохладный. Это правда так. Морской бриз чувствуется прекрасно. После того, как солнце село, видимо, да? Или пока садится. Блин, он перевел опять, когда я телефон дернул. После захода солнца, да? Старик действительно сдержал слово и угостил нас сегодня ужином. В конце я предложил разделить с ним счет, но старик сказал, что возьмет на себя все расходы, поскольку он нас поздравляет. После того, как он так много нам помог, я начинаю чувствовать себя немного виноватым, постоянно называя его стариком. Старик ушел, заплатив по счету, но документы, где он живет, здесь? Короче, он живет в двух станциях отсюда. Оксанма ируси, хаяк кайрэру хи ва сасса то ие ни модотчоу но, Хиромы-сан. Ведь как он так перебудет? Он женат, поэтому обычно все дни, когда у него появляется... Там не Карли, там, ну, что-то рано, что ли, время, наверное. Я прогуливаюсь по пляжу бок о бок со своей девушкой. Каждый раз вспоминает об этом. Я не ожидал, что таки Сан все еще будет ссориться со своим отцом. Хотя, судя по тому, как... А я уже сегодня заговариваюсь, обалдеть, да? Как она об этом говорила, это не оказалось такой уж большой проблемой. А пока я просто расслабляюсь и посмотрю вместе с ней на небо. Я прям капец, как я говорю сегодня. Ух, у меня язык... Не то, что руки не поднимается. Не поднимается. Спать хочу. Да ничего страшного. Сейчас запишем. И все равно еще час ждать. Хотя по-хорошему лечь спать. В любом случае, старик выглядел очень удивленным, да? Все это время его лицо было таким. Я знаю, что они работают вместе и все такое, но почему так и выбрал этого парня? Нам не нужна причина, не так ли? Я влюбилась в тебя. В конце концов, это все, что имеет значение. Если он задаст такие тебе какие-нибудь раздражающие вопросы, скажи мне, ладно? Потому что я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить тебя. Я чё, ёбнусь. Спасибо. Я обязательно приду к вам, если это произойдет. Прошло полтора месяца с момента нашего знакомства. Наши отношения начались, когда я пригласил ее на прогулку по прибрежной дороге. Иногда я думаю об этом моменте и боюсь, что бы произошло, если бы мы не столкнулись друг с другом. Наша любовь друг к другу настолько сильна, что даже ребенок не мог бы видеть это. Даже ребенок мог бы видеть это.
Лето в этом году, конечно, было беспокойным, да? Я нашел работу, стал Хаджимиром, встретил тебя в баре и сейчас почти живу с тобой. Соне. Ваташи коннани таношикатта нацу. Умарете хажимете датта ва. Правда, это было самое веселое лето в моей жизни. これで旅行にまで二人で行けたら完璧だったんだけど。Единственное, что было бы лучше, если бы мы поехали в отпуск. Это немножко сложно. Взять отпуск вдвоем. Ну, как бы, видимо, такое. Да, это правда. Если мне что-то не нравится в моей нынешней работе, так это именно эта проблема. Если я поехал бы в отпуск в Пакистан, думаю, это было бы куда-нибудь вроде Гавайи. Мануэль, так сказано, не говоря уже о том, что мне придется все время наблюдать, как Такисан резвится в купальнике. Просто завали ебало, пожалуйста. И можешь дожать мне руку? Держи. Купаешь. Понимаю. Кринж. Конечно. Вот предложение мое типа. Я даю моих руку, как спрашивалось. Чего он там предложение делает, что ли? Она действительно сжимает это. Мне хотелось бы быть с тобой наедине все это время, пока Хирома-сан был с нами. Но... Я была одна такой? Извини. Это правда. Я правда хотел делать это с тобой тоже, Саки-сан. Но понеслась, кисы. Я обхватываю ее рукой за талию и целую в точку, как будто это единственное очевидное, что можно сделать. Сан в ответ тоже, видимо, целует. Он не хочет переводить пока. Так это началось, что она была ожидала в это время. Да, она ждала, видимо, все это время. Ёб твою, хватит не мокать. Романтичная чавканье это уже замучило. Я люблю тебя очень сильно. Так сильно, что я никогда не говорил тебе достаточно. Не скажу этого достаточно, видимо. Теперь могу понять замешательство этого старика. Знаешь, когда он не мог понять, почему ты так меня любишь. Не переведу. Телефон тоже.
конце концов, мы как бы форсировали ситуацию с самого начала. Но как только дело дошло, они никогда не замедлялись. И с самого старта ты всегда давала мне... давало впечатление, что относишься ко мне правильно. Вот так. Блин, я заусенец на ноге подцепил. Обычно можно было бы ожидать, что она будет более осторожна со мной. Я ошарашена моей более отталкивающей стороной. Это да. Любая бы была бы, мне кажется. Но мы были очень откровенны друг с другом, так что должна быть какая-то причина, почему она меня так сильно любит. Я так много потратил времени на нее, больше вопросов выглядит со стороны меня, что ли? Кисана, ты уверен, что нет какой-то другой отдельной причины, по которой ты влюбилась в меня? Другой причины? А какая это может быть причина? Это может быть... я Дуна. Я не знаю. Это сложно для меня. Сказать какую-то причину, почему меня любят, когда я... меня так ставят в такое положение. あんまり意地悪するのもおかしな話よね。 Мне очень жаль. Мне немного глупо так тебя дразнить. А разве это не так? あなたに強く惹かれるようになったのは当たり前だけど、海岸通りで付き合うことが決まってからよ。 Но сегодня очень спокойно. Я знаю, что это очевидно, но моя причина, по которой ты меня так привлек, заключалась в том, что ты пригласил меня на прибрежную дорогу. И все? Типа все? Там в начале. И потом мы случайно поработали вместе, а потом вместе поели в моей комнате. То есть причин нету. Мы ходили на свидание и много целовались, а потом в пабе ты, ну, защитил меня, да? Я старше, чем ты, и все же ты заступился за меня, и ты сделал меня таким счастливым в то время. Я немного смутился, когда ты... вспоминаешь эту историю, да, все-таки вспоминаешь это. Не надо, ты... так крут был тогда. И после всего... да, посмотрим. А что-то про секс. Мы начали много заниматься сексом, и это заставило меня осознать, насколько ты был мальчиком. Какие у тебя были извращенные стороны? Да, стороны там пиздец. Это научил меня множество разных вещей. Это немного смущает, видимо, да? Это обидно.
Но первое, что меня заинтересовало в тебе, это хорошо. Я думаю, дело в том, что мы с тобой в чем-то действительно похожи. Мы похожи, ты и я? Правильно же перевел? Лайк я просто не знаю, но видим, похож ли я. Да? Так, ты улыбаешься. Ты лишь улыбаешься и киваешь, но я вообще не вижу, что у нас общего. Это обидно, кстати, может звучать. Я лихорадочно пытаюсь порыться в своих воспоминаниях. Это бесполезно. Независимо от того, какие воспоминания, я просматриваю все, что я могу найти, то, что я думаю, глупые и сумасшедшие мысли. Я не упоминал это, но... Ты... Да, но... Чё? Раньше, но... Никогда не говорил раньше. Да, что это? Сакки Хиромусан то ищёни табета ано мисе де... Изен... Знаешь тот ресторан, в котором мы только что обедали с Хиромусаном? Аната, оннаноко тачи то... Гокон... Сидета дешо? Короче, ты был раньше там с девчонками на микшере, не так ли? Как она узнала? Это было до того, как я встретил себя, но... Так случилось, что я сидел на сиденье рядом с тобой и слышал кое-что из того, о чем ты говорил. Это я, кстати. Мальчик, который никогда лицо не показывает. Да, блять. Что мне с этим делать? В любом случае, решение присоединиться к этой компании и решение поспешно уйти оттуда были полностью моими. Они называли меня слабым. Они назвали меня лодырем. Они сказали мне просто дать ему 3 года. Но если есть что-то, что я контролирую, так это моя собственная жизнь. Да-да, ты опять пытаешься быть крутым. Хотя я понимаю, что пытаешься сказать. Но я вижу, что по-прежнему никого не слушаешь. Думаю, некоторые вещи никогда не меняются. Ой, хороший кадр какой. И вот развернут, наверное, может, напрямик пойдет. До сих пор я просто выполнял действия, основанные на моем окружении и желаемого отца. Когда ты сказал, что я контролирую так эту собственную жизнь, я действительно... Кстати, тут похоже на меня. Ну, типа, я такое могу сказать. Вообще без проблем. Меня бесит, когда меня что-то заставляет. Если что, я буду контролить, так это себя. О, а ты наконец-то оторвал эту херню. А тут торчал. Блин, нет, она не полностью. Ну ладно. Хотя бы лучше. Такой трус, как я, никогда бы не сказал ничего подобного. Поэтому мне было интересно, кем человек это может быть, чтобы говорить что-то вроде этого так небрежно. Как я знаю, это было грубо с моей стороны, но я всегда времени не мог не обращать внимания на твой стол.
Ну, блядь, ну, пожалуйста, переводи. Итак, вы пещерный исследователь, а, Саки-сан, вы непослушная девочка? ごめんなさい。извиняюсь. Когда я увидел после того, как ты разговариваешь с девушкой, я очень быстро пришла в себя. А, この人いろいろ言ってるけど、今彼女の目の前ですごく緊張してるって。И что было? И это было. О, он много говорит, но теперь, когда она смотрит ему в глаза, он очень напряжен. А кто это такая, чтобы судить, видимо, да? Когда я... Когда я сама не обладаю что-то... Ну, короче, сама она не такая. Он не хочет переводить. Моя собственная небезопасность. Что это вообще значит? Я видел, как ты говоришь больше, чем можешь ходить, ну, чем выходил, видимо, да? Напомнила мне о себе в прошлом, поэтому я не могла найти это очаровательным. Не найти это очаровательным. Это очень... Это чертовски неловко. Вот тут сидела сногсшибательная красавица. За то, что не заметила, но я серьезно чувствую, что собираюсь рассказать, как она видела, как я выставил такое позорное зрелище. Итак, когда я встретил тебя позже в этом баре, это было так неожиданно. お酒飲むだけでもあの時緊張してたみたいだったし。Так, давай-ка я сфоткаю тут. Тут освещение такое неплохое. Ты выглядел таким напряженным, просто употребляя алкоголь. やっぱり最初から私あなたのそういうところから。Я, наверное, с самого начала думала, что какая-то часть тебя милая. Очень милая, очень для начала. Ты меня сегодня очень хвалишь, да? Я круто и милая. Извини, пожалуйста, не... Ну пойди по неправильной дороге, что ли? Не пойми неправильно. Но с тех пор, как я думала, что мне не стоит поучиться на вашем примере, и по правде говоря, действительно так и сделала. Мавари ва сиранай хито дараке но шокуба ни хитори де пон то тобиконде китари. Вы с головой нырнули на рабочее место, с которым не знали кого-либо. Вы сами сняли квартиру, и не шикарную квартиру, которую родители подготовили для вас. Я верно говорю? Да, это правда. Но я живу действительно вблизи от моих родителей, видимо, да? Так что я не совсем ощущаю так себя каким-то образцом для подражания. Ну ты такой.
Я вроде бы бунтовал против отца, и все еще не вышло из этой квартиры. Как будто я все еще не решаюсь изменить свою среду обитания. Я думаю, что любой мог бы быть таким. Никто не хочет покидать свой дом без уважительной причины. Блин, да что ж такое-то? Саки-сан, одинокая женщина, живущая одна, должна учитывать еще больше факторов. Вот почему я хочу больше научиться на вашем примере и стать еще более независимым от отца. Помочь не так. Я хочу прожить свою рабочую и личную жизнь на своих собственных условиях. Я хочу стать гордым и независимым. Это почетно. Саки-сан хватает мою руку... сжимает мою руку. И как только я это сделаю, я хочу как следует представить тебя моему отцу. Саки-сан. Не знаю, ты можешь подумать, что я оказываю на тебя большое давление, когда я это говорю, но... Я действительно... Правда, хочу жить мою жизнь с тобой. С этого момента. Так что не могли бы вы проявить немного терпения и подождать, пока я вырасту и смогу принять себя? Но Саки-сан действительно более взрослый, чем я. Она может выглядеть рассеянной, но она всегда усердно работает, думая и о себе, и об окружающих. О, это я. Я вечно думаю и о себе, и о окружающих. Окружающих, правда, такое там думание. Но все-таки. Каждый может время от времени впадать в эмоции и говорить детские вещи. Вроде «давай поженимся» или «давай начнем жить вместе». Не имеет на самом деле смысла в том, что они говорят. Буль. А, но. Чем буль-то, возможно, это ты пригласил меня на свидание, но сейчас я отношусь к тебе более серьезно, чем к кому-либо еще. Слова Саки-сан настолько искренни, что я не могу не кивнуть в ответ на все до последнего. Клянусь, я буду стремиться стать человеком, достойным твоей милости, Саки-сан. Итак, я знаю, что нам обоим может потребоваться много времени, чтобы достичь нашей цели, но... Клянусь, что однажды, когда мы оба обретем уверенность в нас самих, я... Ты... что? Что я буду тем, кто делает тебе предложение. Я обещаю. Ура! Спасибо. Я люблю тебя. Тайскио. Тайскио. Тайскиош. Это сентябрь. Гори. Время закончилось. И моя связь с Саки-сан теперь сильнее, чем когда-либо. Хотя я думаю, что поцелуи и физические отношения важны. Я люблю тебя от своего сердца. Да, я люблю тебя тоже. Я думаю, что лучший подарок, который могут получить любители, это ощущение умиротворения в семье.
Это подарок, который я хочу сделать ей. И с этого момента я буду работать изо всех сил, пока смогу. Видимо, все. Хотя хрен его знает пока. Это авторские? Да, это концовка. Ну не знаю, вот в визуалках очень часто главный герой полный ебанат, я не знаю даже, как это писать. Это куб дикий, который почему-то всех впечатляет. Я уж не знаю, как это писать. Который в открытую там будет говорить, что делать девушке. Будет озабоченным дико. Короче, КЗ. Так прикольно, я пройду другие еще с других персонажей. Но это будет уже без записи. Потому что вот это вот переводить вот так вот, блин, сидеть по полтора часа, это боль. Это больно. Субтитров очень мало, кстати. Сами. А, еще что-то? Ну-ка, давай-то. Конотаби, 8月9日に結婚することになりまして. Или что это? 本日をもって退職することとなりました. Тихо говорю. Я хотел бы сообщить, что выхожу замуж 9 августа, и что сегодня мой последний день на работе. Вы все мне очень помогли и многому меня научили. Мне правда очень нравится эта теплая дружеская рабочая атмосфера. Я глубоко сожалею о том, что мне пришлось уйти. Наверное, работать как жена дома и воспитывать семья. Это пиздец предложением было. Ну, в смысле, Так что, пожалуйста, будьте осторожны. Я молюсь за успех во всех ваших начинаниях. Большое спасибо за все. Где, черт возьми, ты распечатал эту клишированную прощальную речь таки? Никто не хочет такого жестокого прощания. Попробуйте поднять настроение. Красивые фразы или чем-то в этом роде. Извините, я слишком рада обслуживаю просьбам странного старика. Блин, я не понимаю, чему переводит. Эй, почему ты всегда нежно улыбаешься, когда вот так вот извергаешь яд? Поздравляю, Нарусе-сан! Ты успешно покидаешь рабочее место прекрасным в образе красивой невесты. Поздравляю! Не мог бы ты взять с собой костюм Таджима домой? Это громоздкая вещь, не что иное, как неприятность. Нет, извините. Я определенно оставлю этот костюм Таджима здесь. Она категорически отвергла этого хомяка. Прошло 3 года с тех пор, как я встретил Саки-сан. 3 года.
Теперь нашел работу в продюсеровской компании старика. Теперь наконец-то женюсь на Саки-сан. На самом деле мы не столкнулись с какими-либо серьезными препятствиями, но... Одна вещь, которая действительно изменила для нас, это наша среда обитания. А Саки-сан съехала из ненавистной квартиры и стала полностью независимой. Я не понимаю. Два года после этого она жила в обычной квартире в пригороде. И мы жили вместе на съемной квартире возле вокзала. Я правда удивлена узнать, ты и Наруси-сан были встречались в секрете все это время. Неужели это такое уж удивительно? Я имею в виду, конечно, я признаю, что не совсем в одном классе. Привет, тебе нужно перестать себя так унижать. И я не унижаю себя, как бы, это правда. Но знаешь, мне кажется, что мы довольно часто открыто флиртовали на работе. Настолько, что удивительно, как нас так и не поймали. Хотя у меня было какое-то предчувствие по этому поводу. Да-да, это... Boldface... Что? Это лысый лич. Типа ложь. Это правда. Не могли бы вы, пожалуйста, не рассказывать такие двусмысленные шутки в важный день для... В день вашей любимой. Я довольно хороший парень. Ты знаешь... У нас наконец-то есть дата большого дня, 9 августа. Мы проводим свадебную церемонию и оформляем документы, чтобы официально состоялся в тот же день. Мы на пике счастья. Когда я смотрю на Саки-сан, мою будущую невесту. Спасибо, Саки-сан. Я так рад сейчас. Я почти чувствую слезы на глазах у всех, что так на меня не похоже. Что ты нашла? Если ты так скажешь, так эмоционально, ты заставишь меня плакать. Ну вот, все плачут. Тратить вы двое, я никогда раньше не испытывал таких эмоций, видите, как другие люди счастливы. Саки, ты сказал, что не будешь сегодня плакать, помнишь? Извини, старина, но мне нужно вытереть нос. Используй чертову ткань, а не мою рубашку. Вы двое такие шумные, как и всегда, даже в мой последний день работы. Очень скоро я буду поддерживать ее как жену. Я смотрю Саки, которой когда-то не хватало уверенности в себе, но она активно работала над преодолением своих слабостей. Мы с ней родственные души, и с этого момента мы проведем остаток нашей жизни вместе, поддерживая друг друга. Спасибо, что были рядом со мной, чтобы мы могли дожить до такого дня вместе. Я так счастлива. Да, я тоже. Я счастлив, что спросил тебя в тот день... Ну, прогуляться по набережной, видимо. Жизнь полна решений, которые могут изменить вашу жизнь огромным или непредсказуемым образом. Это да. Возможно, я встретил ее случайно, но у меня хватило смелости принять решение и пригласить ее на свидание. Кому ты пиздишь? Кому тебе там хватило смелости?
Не, ну это надо же так. Диму там еще хватило. Он ее встретил раз. Они отлично провели время. И он, блядь, ничего не сделал. Вообще ничего. И лишь просто по невероятной случайности, которой не было бы в реальной жизни, они встретились еще раз. И по сей день я благодарен, что сделал этот выбор от всего сердца. Это была ачивка завершить историю Саки. Making Lovers! Ага, нифига, что такого Маки. Это скрины, да, наверное? Но я их не буду трогать сейчас. Хотя, давайте посмотрим, что это такое. Ну да. А это что? Где? Это все, что было? Так мало? А это песенки? Здесь с песнями бесит. Ладно, все. Пошлите рандом запускать. Ехид. Yes. Так, где мой рандом? Где он? Почему он находится на другом экране? Почему он так странно ОПС двигается? Секундочку. Где рандом? Вот рандом нашел. Что такое? Че пиликаешь? Не пиликай, пожалуйста. Текс. 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 Где он? Я ж только что нашел. Вот рандом. Окей. Ты. Рандом гейм. Запускает. Это пиздец, вот это приложение. Оно огромное. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Я не люблю тнутик еще. Так, меня напрягает название. Дайте я вот так вот гляну. И сейчас скажу. А, хенд. Я не знаю, что это. Весит очень мало. Какая-то карточная игра. Ну, играли в нее много людей, смотрю, у меня вот. 46 часов, нихера себе. Это крайне, крайне странно. Ну, на F, естественно, у меня там, тут 43 гига висит максимум. Ну, короче, да, что-то интересное, что-то такое не играл. Карточные игры я еще ни разу не играл. У меня не было. Я даже Гвинт не играл. В Ведьмаке. А в чем в карточная игра вообще? Ну, типа, вот в реальном мире, да, там в покер играл. Ну, в покер и через интернет играл, но там это херня. Там штампованные карты выпадают.
Короче, это странное что-то выпало. Я даже... Вот откуда берутся тигры? Я просто возьму сейчас вот так вот тыкну, что угодно. Это будет то, что, в принципе, я интересно мне. Вот что, Диснейлы... Ладно, нет. Ладно, нет, это так не работает. Вот еще раз, погодите, ладно. О, не-не-не, сейчас еще что-нибудь всплывут картинки внизу. Окей, ладно. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там и скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.